В рамках проведения мероприятий по борьбе с комарами управлением по организации похоронного дела были заключены договоры с подрядными организациями, которым предстоит провести дезинсекцию практически на всех кладбищах Большого Сочи, а их ни много ни мало 107. Первый этап, а сейчас мы будем проводить первый этап обработки, я думаю, мы завершим в течение недели. Дальнейшие действия мы уже будем проводить после пасхальных мероприятий, тогда, когда народу в кладбище будет меньше. Для этого сотрудниками Роспотребнадзора был проведен мониторинг по выявлению потенциальных очагов, где могут размножаться комариные личинки, в том числе и те, что переносят вирус Зика. Уже сейчас там работают специалисты, распыляя специальный обеззараживающий раствор. В недавнем совещании в Сочи главный санитарный врач страны Анна Попова подтвердила, распространителем опасного заболевания являются комары рода Аэдос. На Черноморском побережье они обитают от Джубги до Абхазии, но в небольшом удельном весе – 5-7% от общей популяции других видов этого насекомого. Соответственно, эпидемиологического риска данный факт не создает, поэтому сегодня службы города работают исключительно в профилактических целях. Мы проводим энтомологическое наблюдение, оно организовано, проводится и учеными, и практиками, и экспертами. Мы проводим комплекс мероприятий по обработкам в закрытых стациях, там, где могут быть личинки, могут быть комары, могут быть кладки, где они могут зимовать. И с учетом температуры, и температурных режимов сегодня, и температуры окружающего воздуха, и на открытых площадках. Мы уже сегодня обработали водоемы, обработали те площадки, которые этого требовали. В течение лета подобные обработки повторят еще 4 раза. То же самое должны сделать все собственники земель в частном секторе. Обработка своих территорий и объектов в их ответственности. Для этого в городе есть все необходимые службы. Такие меры дадут возможность не только блокировать появление опасного вируса, но и избавят Сочи от нежелательных популяций. А согласованные действия помогут добиться нужного эффекта – провести лето в Сочи без единого комара. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.